1 июля для жителей края снова вырастут цены на газ. Об этом сообщило управление по тарифам. Рост цен на этот коммунальный ресурс с 1 июля 2019 года составит до 1,7% в зависимости от направления газопровода. Так, для потребителей Бийской ветки цена составит 7 рублей 57 копеек за 1 кубический метр. Для остальных жителей края определили цену в 6 рублей 45 копеек за кубометр. Снова подорожают и остальные коммунальные услуги. С этого дня на 2,4% проиндексирована плата за воду, электроэнергию и прочее. Это уже второе за год повышение цен на коммунальные ресурсы. Первое было в январе. Еще одно нововведение. С этого дня вступают в силу новые правила кредитования. Например, с 1 июля кредитные организации не смогут устанавливать процентную ставку для потребительского кредита свыше 1% в день. Раньше предел составлял 1,5%. И одно из главных нововведений в претенденты на рост цен привычно возвращается бензин. 1 июля заканчивается соглашение о заморозке цен между федеральным правительством и нефтяными компаниями. Теперь, как уверены эксперты, цены сдерживать нечем, а вот факторов роста много. У нас два раза в год растут ЖД-тарифы, электроэнергия. Соответственно, все операционные расходы по всем видам товаров, они растут. Может понизиться только в одном случае, если снизятся налоги либо акцизы. Акциз и налоги в следующем году тоже пойдут вверх. Вновь заморозить цены на бензин может только правительство. Но чиновники этого пока не планируют. Андрей Дреер, «День с толком».